Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Зерон, Хамстер Дед. Это Ghost Recon Wildlands. Мы продолжаем его потихонечку проходить. И у нас на очереди... Бора. Генерал Бора. Или да, что-то друзья, такое. Всем привет! И мы забаговали игру. Леха бегает за мотоциклом, а мотоцикл ездит сам. И ты не успеваешь за ним, Лех. Ух, ебать, ты ускорился-то, блядь. Вернись, пожалуйста. Давай, ты его догонишь, Лёха, давай, я верю в тебя. Ебать, ты бегаешь, разбиваешь просто собой все. Я приехал. Нет, Лёх, нет, ты не сел на него, ты просто бегаешь за ним, ладно, побежали. Ну, это норма. Так, ладно, где у нас там Бора? Давай сюда поехали. Ты ж видишь, да, метку? Нет, не вижу. В смысле? А согласиться на мое задание нет, можешь? Нет. Да в смысле? Бора, это что? Где Бора? Ну, уйди от этого сраный генерал. Борис. Генерал Борисович. Ну, честно, нет, я даже не вижу, где ты, куда ты собрался. Походу, мою игру сломали. Просто езжай, короче, за мной, и все. Ну ты беги, а я за тобой. Хорошо. О, типа, ну я понял, да. Ты жив? Нет. Я этого... Это был глупый вопрос, я видел, как ты летел. Где меня... мотоцикл? Да меня подними. Так я тебя поднял. Нет, я лежу, вот он. Ты вот он стоишь. Я лежу, подними меня. Ну, сам поднимайся. Подними меня, подойди на Е, нажми около меня. Ты что, душой с мотоциклом поменялся или что? О, побежал на моем теперь. Подними меня, блядь. Так ты стоишь. На Е нажми. Так в смысле, ты просто стоишь, я тебе не могу ничего сделать. Заебись, пахнет писи. О, побежал за машиной теперь. Черт, почти. Пропал с радара, машина по текстуру ушла. Что творится? Катишься? Твой мотоцикл, вот он. Так, я понял, что это будет очень весело. А где мой мотоцикл? Вот он, в кустах припарковался. Не-не, давай, беги, короче, все. Короче, рассинхрон какой-то пошел жесткий. Не рассинхрон, ты бежишь за мотоциклом. Ты не сел на него, ты за ним бежишь. Ну, я понял. Я, в принципе, даже не удивлен, если честно. Это баг игры. Я Мармок когда смотрел, а у него так же было. Блин, я застрял. В камнях. Ну, в принципе, все. Слезь с этого говна. Запускаю дрона. Выводи дрона. Они всполошились. Наблюдая небольшую группу целей. Вижу небольшую группу целей. Что, поиск? Отлично, минометы. Наблюдая небольшую группу целей. Опа! Снайпер. Так, нашел. Вижу небольшую группу целей. Одним врагом меньше. Так, сейчас поиск наблюдая будет, походу. Небольшую группу целей. У меня передислокация идет. Да, они ищут тебя уже. Возможно, может быть и нет, но черт их знает. Кто этот идет? Танк, что ли? Танкист? Нет, танкиста я уже все убрал. 14 уровень, за что? Ни за что, спасибо. Цель уничтожена. Я их всех устраняю по чуть-чуть. Сейчас они подойдут ко мне, я их тоже тут устраню. На сяннике.
Ты их напугал. Не-не-не, им показалось. Идет поиск. Кого? Тебя. Тут никого нету. Я не знаю. Какой бой? Кто стреляется? Кто бой? Где? Да где нету боя, поиск. Но у меня бой, но где бой? Е-бой. Ёптать. Тормози, дядь. Банч. Кто? Сзади? А? Чего? Что? Проснись, игра нахрен. Что было? Ну, по всей видимости, ты прилег, приуныл. И а ты меня приуныл. А меня бот бочкой взорвал. А-а-а, удобно, удобно. Очень удобно. Угу. Прикольно, прикольно. Я даже среагировать не успел ни хрена. Это называется «Смотри на карту, дядя». Нам всего документы забрать, а их можно даже не убивать. Не всех. Ну, там вон этот появился. Хуило. А, которого надо поймать? Боуман не понимает, кто мы. Да. Использовать ни в чем не повинную женщину, как приманку. Угу. Она Блин, Леха! Обыкновенными убийцами. Значит так, мы не причиним ей вреда, если она не нападет на нас. Принято. Сука! Вот это я напрягся, так я не напрягался. Началось. Тревога, что будем делать? Они к нам не бегут? А, да. Они сигналку включили. Одним врагом меньше. Ебать. Блять, да как? Я в дом уже забежал, прикинь, и он... Я постараюсь сзади, поднять. Сзади, сзади, блядь! Все или ничего? Спасибо. Благодарю. Сейчас помогу. Сейчас. Где этот свалота? Кто там стреляет? Ты чё, охреневший бабкин внук, что ли? Алло. Пошёл-ка нахуй отсюда. Разрядись. Арта летит. Да по идее дом. Насрать. Воу. Ну это было близко. Вон бегают сволочи. Цель уничтожена. Ты там как? Ну, не очень. Ебать! А, это компадры. Компадры, давай поболтаем. Нокаут. Тебе идет, чувак, к тебе идет кто-то. Бойся меня нахрен. Щитовик идет к тебе. Блин, прикольно напряжение стрелять, конечно, в них. Надеюсь, меня не полюбят сейчас здесь. Все, есть, зачистил. Ура, готов. А, ну все, все здесь находится. А, давай. Подожди, тут, господи, карту надо было сфоткать. Ок. А я думал мужика обнять. Опача. Поболтать. Так, сюжетное задание, чекаю. Это файл данных с картой и маршрутом груза химикатов. Он поможет нам выследить и уничтожить колонну. Придурок. Тут медаль КТ. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Странно, он сдох, но точка работает.
подкреп. Ты медальку забирал? Да. Все, спать. Кто? Там еще одни. Враг ликвидирован. А то мы сейчас поговорим по душам с ними. Так, игра не лагает лес. Пута ля пута. Угу, ля пута. Ля калюта. Так, куда можно съездить? Вот сюда можно съездить. Садись. Сейчас, сядь. Давай. Машина дистанционного управления. Прибыла. Нет, ты ездишь. Уже нормально отпустила? Да. Всего лишь надо было раздохнуть. Блин, ну физика реально нулевая просто. Нормально, нормально. Да нет, ничего. Фары включим сейчас. В дрифт войдем, смотри. Опа! Не надо меня укачивать. Это наши были. Не-не. Нет? Нет. Вон, сан атакует повстанцев, видишь. Ехай. Так, почти приехали. О. Блин, фиолетовые черти. Да? Угу. Подожди. Ты хочешь с ними подраться? Ну ок. Ну бывает, почему нет? А вот это не очень. Ехать там БТРов, ёптать. Ты тоже это увидел? Угу. Цель уничтожена. Они всполошились. Я вас следую, пойму. Вывожу дрона. У нас здесь турель. Установку. Вижу небольшую группу целей. Цель 3. Цели уже 5. Десятый. Ну сейчас здесь, наверное. Еще кто-то. Где еще один? Наблюдаю небольшую группу целей. Там. И последний где-то. Где? Здесь? Да где ты, ёптать, покажись. Дятел. Вот он. Цель ликвидирована. А вот у меня нихера, блядь. A todas las unidades, comiencen el ataque. Abrieron fuego. Al piso todos. Они что-то запалили. Сейчас к нам, походу, гости пойдут, да? Палят, заразы. Засранцы хреновы. Вот цель 3, цель 5. Чего нахрен? Цель уничтожена. Я больше никак не мог. Там подкреп приехал. Сейчас, наверное, все-таки звезду мы получим. Уже звезда есть. У тебя, у меня нету. Еб. Я еще не спалился, типа, да? Прикольно. Даже я не спалился, чувак. А я их взорвал. Враг ликвидирован.
Да хватит меня кошмарить. Хорош. Ну да, это было прям жестко внезапно. Клето, ты забрал оружие? Оружие. Нет, оружие. Еще. Я вам дал. Надо припасы, надо все тут, вижу, короче, зачистить и смулындиться. Вертушка, если что, уничтожил, чтобы они нас не палили. Оружие открыл. Я тоже. Но я имею в виду список. Вон, видишь? Похоже на координаты склада прекурсоров, Либертат. Нам нужно его уничтожить. Так, и ты говоришь, там где-то оружие, да, сзади, или детали сзади, оружия? Да. Детали, детали, сзади, детали. Угу. Бегу. Ехать на какую каждую сеть, блин, и поехать сейчас. Карен, да ты что, серьезно? Оружейный ящик? А я его не видел. Доктора Свенсон. Она прошла немалый путь с тех пор, как ваше НПО... Что это? Дробовик-магазин на 30 патронов. Спазик либо какой-то. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Да, бегу. Ха-ха-ха! Отбудет лясо. Я сяду за руль. Лясяника. А, подожди, я не взял бумажку здесь. Вот если бы в свое время в Боливию тоже ввозили балерин, они продвинутые совсем про нее забыл. Мы бы сейчас не имели дела со всей этой суперкокаиновой крутизной. Отобрал, да? Да. Клинга. Знаешь, как я двери открыл? Запустить новую, максимально продвинутую нарколабораторию, но, похоже, взяла на себя слишком поведай. Много. Взорвал вертушку, она упала около ворот и открыла ворота. Взорванная. Нормально. Причесанная и все такое. А вообще... Мечтателя она боится, я вижу. Срачки. Найс. Поэтому что-то, наверное, представить сможет. Да ты ведь ее не особенно любишь, так что если, конечно, хочешь, я мог бы устроить ты на небольшой папку, саботаж. Да, я за тобой. Чтобы гарантировать, что она не уложится в срок. Позже переговорим. Блин, что-то она вообще вот неуправляемая. Напомни ребятам ну, нормально. Из центра, что я с ними забился по поводу итогов студенческого баскетбольного чемпионата. Ёптать, выровнись. Да? Да. Ее просто кидает в разные стороны. Мы свои, ребята. Не мытая, не бритая. Ну они сзади, Лех. Да срать. Блин, лягу, короче, нахрен. А, помехи, твою мать. Сигнал не проходит. А где эта хрень? Заметил еще одну цель. Цель номер три. А вот цель уничтожена. Так, я обхожу налево, если что. Давай, я справа тут пытаюсь. Я глушилку хочу найти, вырубить. Ага. Минус снайпер. Вижу капитана. Где ж ваша глушилка, ссаная? Враг ликвидирован. Минус мужик, но его не запалили. У меня тоже минус мужик. И хотя не проседаю. Непосредственная угроза Анзейрам. Да, я знаю. Они сейчас, походу, побегут. Или не побегут. Там вон еще один в окне бегает. Да? Честно, не могу. Короче, вон там, сказать. Чувак. Уже не там. Уже там где-то. Спать. Враг готов. И вот здесь, походу, кто-то сидит.
Откуда чудовище пришло? Кошмарное. Ёб твою, где он? Пиздец! Да что за хуйня сейчас была? Он там был. Да я понял. Почему я тебя не поднял? В смысле? Тебя сбили. Сука, мать твою. Вот. А так работает разве? Да. Там надо еще идти, слышишь? Машина это уничтожена. Говорит о том, что картель получает прекурсор от компании Via Begas. Видимо, они заключили сделку с директором завода, чтобы легально закупать химикаты. Нужно поговорить с этим джентльменом. Я вижу это. Медаль, что медаль видишь? Здесь. А, давай. И, блин, я щеку прикусил к черту. Там еще записка, я на записку бегу. С этим мы разобрались. Да где, кто, что, откуда? Граната! Привет, суки! Колерос. Получайте, Колерос. О, они едут и едут. Они уже летят. Да, они летели, не долетели. Эй, блядь, не стой, это... дебил. Ты катаешься? Нет, это не ты катаешься. Спать. Я готов. Где он летит? Где-то чудовище мохнатое. А он пролетал, пролетал мимо. Ну-ка, да, я тоже заберу. А все, они отстали. Ну да, им надоело. А как ты наверх попал? Вообще снаружи. А, все, вижу, вижу, вижу. Да тут вот они патроны. А, подожди, ты же забрать бумажку, да? Мечтатель теряет терпение. Но я не успеваю делать кокаин. Ну можно, в принципе, на джипон сесть, бронированный. Если я не сделаю и норму, поехать. О, конвой. Будем тормозить конвой. Я покойник. А подожди, да, не надо, не надо. Пошли, пошли, помоги пошли. Мне с производством, он стоит. Он стоит. Продукта. Я вижу. Наколоть мечтателя. Там пробка. Именно так, так надо снайперку достать сразу. Я помогаю тебе его обмануть, и мы вместе. Да, вот он. Надо водилу убить. Да, да, да. Подожди, давай. Давай вот тут справа сейчас зайдем. Прошу, потому, ну, я и так хотел. Вот сюда. Иди ты в жопу, я не виноват. Если что, так помечать арку в прицеле. Я знаю, сейчас, дай я подальше отойду. Вы будете виноваты не меньше моего. А, они прям здесь стоят? Да. Валера заварит два новых горшочка. Слушай, а ты вообще гандон? Эй, на трассе бензовоз. Давай снимем охрану и отдадим его повстанцам. А что у них, бронированный этот? Что за прикол? Я приуныл. Ну, я тебя спасал как мог. Я в упор просто, блин, бахнул. Да а все, нет, ты, они со всех сторон были, они тупо мы, короче, в кольце были, вот и все. Нет, это срать просто, я не понял, почему я в голову стрельнул водили, а он... Да надо было договориться, ты вот поспешил, надо было, чтобы я еще сбоку отошел и сбоку... Вот, наверное, сбоку. Мне кажется, просто пофиксили эти конвои. Раньше они пробивались через стекло, а теперь, походу, там тонированное поставили, и все. Потому что я чисто в него попал. Ну ладно, миссия не завалена, так что, в принципе, все хорошо. Все, я просто буду иметь в виду, если решетчатая стоит у них хрень это, то... Используй приманки, чтобы привлечь заданную точку. Да, вон, катаются они. Опачки, опачки, слышишь, глянь? Вакора, пана... Что? Стартуем. Присоединяйся. Надо машину срочно. Операция цареубийца устроит политическую заваруху. Теперь мы точно по уши в дерьме. Когда бюрократы просят нас наплевать на морали и законы, мне становится тревожно. Политики делают это постоянно. Ну давай, сзади. Потому что у политиков всегда есть тот, кто будет отдуваться за них. Вроде нас, ты хочешь сказать. Сейчас это мы. Сейчас, отлично. Подожди. Почему не помечает? Какой-то лаг произошел. Надо игру перезапустить, я их не могу пометить, прикинь. Так, я забираю тут хрень.
Здесь какую-то газету. Давай. Подойдет к моим ботинкам. Опачки. АК-47. Чистый АК-47. Это хорош. Есть данные о передвижении киллера. Припугнем его. Деталь. Есть координаты сетевой станции картеля. Давай ее отключим. А, нет, это оружие. Ну, я ж тебе сказал, АКшка чистая. Так, проверить нахрен. Так, АКшка, блин, ну АКшка это... Стыдно будет ее не поставить. Увеличенный на 30. Так она и усиленная. Шумоподавление у нее, конечно, дерьмовое, но она-то вообще еще не деланная. Ни капли. Короткий ствол. Прицел коллиматорный, панорамный. Ложа стандартная. Прицел. Где моя? Ложа. Магазин на 30, конечно ж. Ух, ни хрена себе. Рельсовый щиток. Зачем, блин? Давай гранатомет. Лазерная указка. Ствол. Вот, шпион. С обращением. Нет, подожди, стандартный ствол пусть. Дульная насадка, глушитель. А ствол? Он еще урон порежет. Убит мирный житель, что? Прикольно. Он враг! Охренеть, он враг, и это мирный житель. Мирный враг. Зачем ты его убил? Что-то я не догоняю, слушай. Прям. Держитесь, я поведу. Вот это я понимаю, калаш. Вот просто... Но он слабее, чем мое оружие, но, блин, это калаш. Подствольное крепление, рукоять еще улучшенная. Если что, давай садись, я готовая на все. Угу. Так, и для пистолета что-то веселое. А, да... Нахрен. А что мне показывают хрень какую-то? Гранатомет. Бонус гранатом один. А сколько у меня хилок? Сыкло. Давай боезапас я лучше увеличу. А, ну я и гранатомет могу увеличить. Улучшенный ликвидировать связанное с устройством. О, хорош! Время прицеливания. И? Так, дрон. Батарея в жопу, скорость в жопу, а радиус. Радиус все не могу улучшить. Ну вот, мне радиус 4 очка не хватает, всего вроде хватает, а радиуса нет. Я осколочные гранаты прокачал, плюс 4 гранаты. Да? У меня 5 гранат с собой. Давай, теперь прыгай, а то они уехали уже. За... Они рядом, Лех, давай! Я вот он, стою, блин, готовый. Пока они рядом. Хотя странно, что нам показано пока. Ну, поехали. Какой-то поезд. Это нам уничтожить, да, надо ее? Полностью прям? Не знаю. Ну, написано уничтожить. Токсичная колонна, да. Ладно, я это реализую. Ты был... Долбоёб, тупой, сука. Бесят эти НПЦ такие, блядь, что в GTA-ке они, блядь, на тебя тормозят. Ну куда ты, ёбаный? Куда ты, сука? Ты его даже не трогаешь. Давай. Давай, 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 пошел, давай, давай, я буду еле катиться. А он все, да? Нет. Давай, 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 пошел. Блин, да ты так маячишь, да, что я не попадаю тупо по ним. А мы выполнили, уничтожь колонну, все. Ну ладно, и так сойдет. Музыку выключи нахрен. Бесит. Цель такая, первостепенной важности. Такой огромный эмбиент. Запас кокаинового полуфабриката в Либертат. Подожди, а куда теперь? Запрыгивай. Поехали, все. Стартуем! Склады прекурсоров. Это еще что за дичь? О, тут самолеты находятся эти крутые.
Нас сейчас запалят. Бип-бип, мазафака. Нет, если мы быстро едем, они не успеют разглядеть, кто там. Сейчас на более выгодную позицию. Люди орут. Ебать, дебилы, сука. Так, все? Да. Это людишки. Дрон в полете. Нет сигнала, глушит частоту дрона. Так а чё вы другую частоту дрона не поставите? Вижу птичку понять. Снабженцев, загружена под завеску. Зачем? Берем. Повстанцам это очень пригодится. Вижу цель номер два. Цель номер три. Ушли. Попробую сейчас их сразу смаслить. Я тут обхожу, так что не спеши, пожалуйста. Извини. Ну... Я не мог четверых, блин, одним этим, я не Джон Уик. Так я ж сказал, подожди, я сейчас подойду. Вот здесь один лазит, сидит где-то пес. Все, уронили. Ой, черти вообще. Шоке просто. А зачем ты туда пошел? Иду к тебе. Сколько у тебя? Да тут их до хрена, ты сейчас сам иначе упадешь. Ну, а что теперь сделать? Ну, жди просто, я 40 секунд посижу, потом воспрешусь не-е-е. Рядом. Они вон в ангаре бегают и вокруг него бегают. Значит, умрем вместе быстрее, чтоб не ждать. Не видно, нужно все, я в очках буду тупо бегать, в пизду. Я вот снял, я вообще никого не вижу. Я их тупо не видел. Так что очки, сука. Если сейчас ночь будет, в очках буду бегать. Сейчас ночь будет. Ну вот, значит, в очках. Потому что либо в тепловизоре. Вот тепловизор, он, конечно, по глазам мне бьет, но зато я буду этих дебилов видеть. Я просто вижу грузовик картеля с грузом прекурсора. Давайте сожжем его. Убить. Я как бы не такой скилловый парень, чтобы сразу как джунгли. И все. И нету никого. Плюс а там один. О, выполнено. Начал. Прикинь, выполнено, чувак, уходи! Блять, уходи! А, ты операция цареубийца устроит политическую заваруху. Теперь мы точно по уши в дерьме. У меня что-то за бюрократы долго. Просят нас наплевать на морали и законы, мне становится тревожно. Короче, мы не выполнили, прикинь. Задание? Потому что у политиков всегда да. есть провалено. Тот, кто будет отдуваться за них. Вроде нас ты именно хочешь то. Сказать. Сейчас это мы. Отлично. Он сам сюда приехал, Лёх. Я не виноват. Враг готов. Справа, справа, Лёха. Справа, справа, справа. Уходи быстрее. А чё, 25 километров по дороге. Переться. Это зелень. Достичь цели. Подожди. А что нас так далеко кинуло? Нет, что-то не недалеко. Не то. Вон мы рядом. Цель, цель, цель. Машина. Цель, цель. Тягай. Поехали. Да, Лёх, так я уже прыгаю. Подошел к воротам. Да не нужны ворота, мы прям рядом. Я тебя припаркую рядом. Ну да, тут в потьме, блин, все еще отсвечивает. Давай, нет? Смотри, я поеду, как я ехал. Хочешь отсюда давай попробуем? Цель ликвидирована. Не, их тут подзачищать буду, нахуй. Ну давай, ты оттуда, я отсюда тогда. Снайпер, угомонись. Так, где еще? Тут тоже глушилка, да, сраная? Да-да-да, служилка тут, служилка. Ну, я, походу, даже знаю, где она находится. Так, надеюсь, подозрения не было. А где он здесь, за ящиком? Ну засранец, покажи свое личико.
А, вот он. Сейчас я, походу, глушилку зафигачу. Не-не-не-не-не, в меня светить не надо. Акстись. Да открой. Ну было ж написано. Тупая игра. На меня сейчас могут пойти. Потому что типа я выключил электричество. Нет. Дерьмо. Я сейчас выключу, ты видать. А, ну ты идешь сюда же. Осколочная. Блин, они в сигналку включили. Биу! Сигнализация большую группу целей. Вижу вторую цель. Двух убил. Хорош. Где он меня увидел? Меня увидел? Снайпер, сука. Здесь световой снайпер, бабло. Снайпер. Да я про него забыл совсем. Все, я его снес. Вижу вторую цель. А что, по мне стреляют и там, все. Нахрен. Подхожу под... Просто нахрен. Бесит. Дебилизм этот. Да шо, вот он, пес стоит возле меня, бронированный. Да? Ждет, пока я его скопытюсь. Наблюдая небольшую вижу, группу вижу, целей. Вижу, вижу, вижу его. Да он прячется. Встает. Давай. Там еще один, вон, козел. Все, уложил его. Черт, утром будет больно. Фух. Да, угу. Жив, цел. Угу. Ухибаться, улыбаться. Вот это ты жахнул. Сзади, 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 сука. Вон он. Прострелом забрал его. Полетели? Черт, он уже дымится. Вон он. Иду. Да какой пассажир, придурок, сядь нормально. Снизит производство кокаина. Твоего шара ссаный. Не, иди сюда, Лех, давай сюда, тут целый, прям целый. Ты поведешь? Да какая разница? Нет, хочешь, веди. Подожди, а это другой или нет? Такой же. Я пассажир, если что. А, надо спереди было? Да. Упоротость. Так как да нет. Залез. Я могу пилотировать. Да, он тоже дымится, он как собака. Нет, это он завелся. Блин. Нет. Взлетай, взлетай. Пошел, 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 пошел. Ты видишь елку справа на горе? Ссаный ёршик. Так. Мы вот сюда. Хозяин местного химзавода войти, поставляет спать. Картелю необходимые химикаты. Объясните парню, что работать на Санта-Бланко... Только не помню, это именно бизнес. Вот эти самолеты, или там все-таки я где-то в другом... На другом аэродроме видел. Не, наверное, все-таки эти. Кстати, мы там не подобрали записочку. Прыгай. Палят, 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 палят. Они пойти ли вам нахрен, а? Заберешь около да, меня? Бегу к тебе. Да, давай, я тут пока эти... Блин, а где... И главное, сволочь, под... надо мной летал, чтоб меня спалить, сраная вертушка. Эти припасы подорвут наш авторитет среди повстанцев. Авторитет! Теперь мы авторитеты. Запускаю дрона. Боливийские авторитеты. Надо патроны пополнить тоже.
Странно, там никого нет. Так, где мои патроны, Баскас? Ой, точно, прикинь, хорош. Напомнил? Да. Давайте я подожду, буду не спеша идти. 250 метров. А он что, живой? Да. Самолет живой. Да. Да ладно. Или нет? Уверен? Или... А, нет. Не, походу все. Сдулся. Приятель. Ну да, это он так взорвался. Блин, а я думал живой. Разрешите директора завода. Вижу директора завода. Посмотрим, ну, что пошли. Он нам скажет. Задиректим его. Это ловушка. Не, не. Мне кажется, не. Это ловушка. Спойлер, нет. Это что? Кинчи на аэроту? Мы к вам на пару слов. Прекратите сотрудничать с картелем. Понятия не имею, о чем вы говорите. Заткнись. Санта-Бланка получает прекурсоры от вас. Завязывайте с этим. Провинция существует благодаря компании. Если Санта-Бланка не получит то, что хочет, мы не сможем работать, понимаете? Вот как? И вы поймите. Не прекратите поставки картеля, мы сами остановим буровые. Отвалите, гринго. Пошли, отвалим. Этот парень упрямее, чем генерал МакАртур. Придется действовать жестко. Вперед! Выдвигаемся к нефтяной вышке. Тут это, есть грузовичок. Поедем? Да. Сейчас я тебя хватану. Пизда твоим вышкам, дебил. А я могу сзади сесть? Ради интереса. Не. Только на двоих. Хрена. О, машина бензовозка какая-то есть. С бачоком. Чё, врубаем турбо? Это кто был? Это... Шлагбаум, короче, был. А-а-а. Выпрыгивая. Это буровая. Уничтожим её. Затонировал, что ли? А? Просто забудь. Забей. Кто тут охраняет ее? Вот и все. Граната! Получай, уходи, сволочь! Ты? Ты уверен, что это да, так делается? Уничтожьте буровые. С этим мы разобрались. Врака? Арирака? Это было весело. Граната, берегись! Осколочная, получайте, кулерос. Hello, bitches. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Какую? Граната, получай, цель, сволочь. Осколочная. Одним врагом меньше. Он прилег. Тут патронов можно пополнить. Ага, да я вижу. Все, Калерс готов. Наверное, теперь он точно будет А, подожди, а машина что? Запрыгивай. Пассажир, поехали. Получай, Калерс. Сейчас такой, ладно, ладно, я прекращу. Все надо через силу делать вечно. Ладно, мы авторитет повышаем. Задание рядом, сетевая станция. Я
Взрыв замечен. Что-то они долго раздуплялись. Сделаем, да? Взрывать надо, да. Через верх? Не, давай через низ. Или через верх. Через вот этот? Или через низ? Давай вот через этот. Осколочная, получайте кулер. Блять, не вовремя. Иди, иди, иди. Делай, 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 делай. Полежу. Класс. Иди, иди. Я лучше бы тебя поднял. Там не поднял, он был. Спускался. Да я понял, он спускался-то. Он и так бы спустился. Блять, я вообще за этим, за вертушкой туда приехал. Ну, типа, если есть рядом задание, чего бы его не выполнить сразу. А теперь нас, наверное, по сюжетке откинет нахрен. Да не думаю. Нет, вон он, наверху. Так хорошо шли, блин. Да тут в кнопках еще, блин, тут, знаешь, дебильное то, что надо прицелиться и переключиться на подствольник. Ну это да, вот тут это самое. Боуман не понимает, кто мы. Использовать ни в чем не повинную женщину как приманку. Чего? Он меня шотнул, просто шотнул. Где вы шлялись? Нормально. Сзади, там сбоку. Вот он. Сейчас я отойду. Да, давай, я попытаюсь. Тут нет никого. Давай, прикрой, если чё. Теперь картель остался без связи, и повстанцы станут смелее. А где еще один придурок? А, вот он. Я без понятия. Ура, всё. Готов. Как появился, так и пропал нахрен. А патронами закупь это, затариться. Вы выкладываетесь по полной, друзья. Как это говорится? Подожди, а где вот у здесь. Нас? Да нет. Не сомневаюсь. И мы пожнем плоды победы. Вива Боливия! Вива ля революцион! Кто так делает? Зачем? Сюжетное задание? В смысле, что? Они, блядь, сюжетку поместили в какое-то говно, и я на сюжетку не могу, блядь, нажать. Ебись оно конем, блядь. Сейчас, рядом, кстати, бензовоз. Ну это сам думай. Короче, я отметил там и задание настоящее. Ясно, я полечу. Вижу небольшую группу целей. Не слишком ли они бронированные, а? Чего? Только взорвался. Странно. Сейчас. Раньше они быстрее убивались. Это мы сейчас на завод к этому Чубаке, да? Угу. Не похоже на завод, поляна какая-то. Ну, здесь задание, вон, находится. Видишь, стрелка. А, может, это еще подчистить надо? Типа. Да фишка в том, что я не могу на задание это попасть. Хозяин сейчас. Местного химзавода поставляет картелю необходимые химикаты. Объясните парню, ёп, что работать на Санта-Бланко... Да, да, второе местонахождение буровых вышек. Это последняя буровая. Подожжем ее.
Враг ликвидирован. Я прикрыл. Хорош. Тут еще где-то фиолетовый, вот он, крендель. Да. А! Да пиздец, они невидимые, да ну нахуй! Крысята ебучие, блять! Он прям за машиной, сука, вот, оббежал машину, мразь! Бегу. Нет базу. Не знаю. Сука, мать твою. Пидорасы, всех взорву. Граната! Граната! Привет, суки! Враг готов. Да как он жив от помпы? Ну, пиздец! Им прям либо в лицо надо разряжать. В упор причем. Мирного убил. Это была последняя шариться. Права. Пора поговорить с директором завода ВИАБГАЗ. Сейчас подъедет. Может, он прекратит пёс сотрудничать с картелем? Отдыхай, пошли заберем очко. Пристегнитесь. Тут есть моцик. Сволочь! Меткие, как я не знаю что. Я так и знал. Сволочи, самое главное, стреляют по цистерне. Что-то они слишком умные стали в последнее время. О, ну правильно, его за меня будет стоять, да, козел охранять? Да, их тут четверо. Трое точно. Один с другой стороны дома. Вон он катается. Но я пометить не могу. Вот, да, он. И там еще подъехал. Но если ты меня воскресишь сейчас быстренько... Да хуй, ёп. Понятно. Ебать, они пиздец, я в ахуе, блядь! Просто пиздец! Где, блядь, рейдж, маг, пустоши, сука, читы? С бэпах нахуй, воздух. Все, давай к этому долбоебу и все, в пизду, нереально, блядь! Стой, сука! Ехать, ты стрельнул. Ясно, я поведу. Ты либо прокачал, чтобы это, транспорт разбивать быстрее. Ломан не понимает, кто мы. Нет. Использовать ни в чем не повинную женщину, как приманку. В движок просто. Она считает нас обыкновенными убийцами. Мы не причиним ей вреда, если она не нападет на нас. Принято. Ну, дрон, ебано, стыд. Где этот пес? Он наверху. Пес. Шастает тут по своему заводу. Если его убить сразу. Задание провалено. Пошли вон, гринго! Я уже все сказал. Мой ответ нет. Ситуация изменилась. Санта-Бланка обещала охранять ваши буровые. Они облажались. Все свободны. Если я прекращу поставки, мне конец. А если вы и дальше будете завозить прекурсоры для картеля, я взорву оставшиеся буровые к чертям. Выбор за вами. Что это за выбор, вашу мать? Вы не лучше, чем этот картель, понятно? Дело не во мне. Это вы должны поступить правильно. Правильно? Не смешите меня. Похоже, выбора у меня все-таки нет, так?
Но если картель подошлет ко мне убийц, это будет на вашей совести. Переживу. Ха, понял, лысый. Он сдох, кстати. Нахуя? Зачем ты его? Не знаю. Чтоб я пережил, это как-то легче. Патроны пополнил и закончим на этом. Я, кстати, дрона максимально прокачал. Дистанции. Полета и дистанции, да. Ну да, тема хорошая. Сейчас. Дрон в полете. Да, на далеко. На очень далеко. Так, что я для калаша что-то нашел еще? Да нет. А что мне показывают новые? Зона меток. Повышает способность целить с помощью бинокля. Да нахрен он усрался. Более нет, дрон, оружие. Дрон, вот. Зона меток. Блин, нужны сраные эти плюсики. Эми, взрывчатка, увеличение изображения. Нормально. Но я тоже не могу сделать. Много просят ресурсов очень. Ну да. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь остановимся. Сейчас я тут гляну. Синхронизация профиля игрока, да? Все. Ничего нет. Да, у меня никаких ящиков нет. На этом мы остановимся. Но с вами был Амстердэд. Анзайрон. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказать о нас своим друзьям и до скорых. Да, друзья, всего хорошего и всем пока.